почему мир, в котором живет человек, так жесток. Он как будто застужен. Почему среди звезд, миллионов планет, человек человеку не нужен? Почему, если с кем-то случилась беда, большинство предпочтет отвернуться? Почему и в родне, почему и в друзьях все равно отщепенцы найдутся? Почему, когда был человек при делах, и была хоть какая-то польза, приживал и носили его на руках? Не давал он причин для расстройства. А когда заболел или стал неудел, обанкротился, просто простужен, когда что-то не так, когда в жизни пробел, человек человеку не нужен. Каждый сам за себя, каждый в норку, как крот, даже рыбка стремится где глубже. Среди сотен людей человек одинок. Человек человеку не нужен. Может, в наших сердцах нужно что-то менять? Человек против бед безоружен? Может, наши проблемы стоит вместе решать, чтобы каждый кому-то стал нужен?